Ну что тебе, рассказывай, что тебе подарил Дед Мороз? Мне Дедушка Мороз подарил такого скричера. Его можно ух собирать. Ты, когда я посмотрю. Да посмотрю. Ух ты. Ух ты, это робот такой или что это вообще? Это машинка такая, да, которая трансформируется, да? Да, да. Понятно, ну рассказывай, рассказывай. А их у тебя много? Нет, у меня их три. Три? А покажи, как они выглядят. Собери их все в ряд. Вот такие вот скричеры подарил Дедушка Мороз Артему на Новый год. Тём, ты рад? Ну, вот видишь, как классно. А это что за диски такие? Ух ты. Это диски, которые трансформируют скричеров. Хочешь, покажу? А что значит? А, то есть они это, трансформируются в роботов, да? Или в кого вообще? В зверушек? Монстров трансформируются. Давай, показывай. Ух ты! Вау, это что такое получилось? Это робот, только это какой-то монстр. Монстр? Да. Ну, классно. Она машинка, короче, ты идешь, а там игрок. Ты ему даешь вызов и кидаешь своих скричеров. А у тебя скричеры лучше. Угу, ну здорово. То есть у тебя, получается, Дедушка Мороз тебе подарил три машинки, да? И они все одинаковые? Нет. Нет? Они разные? Ну-ка, поставь их все вот в один ряд. Ну да, кстати, смотри. Одна получается такая... Черная. Да, черная, да. И у нее немножко эта форма другая. Угу. Вот, а здесь получается... А вот это... Если мы их сюда поставим... Подожди-ка, вот так вот. Здорово. Диски. То есть они одна какая-то гоночная, да, или они, в принципе, все такие, все спортивные машины. Они все спортивные. Ну, ясно. Я еще могу диски показать. Ну, понятно. Ну, ты рад вообще? Да. Че еще? Че загадаешь на следующий Новый год? Еще скричеров. Еще скричеров? Ну, хорошо. Чтобы больше было скричеров. Ну, здорово, у меня. Здорово. Еще вот. Можно показать коллекцию. Маша. Поздравь всех ребят с наступающим Новым годом. С наступающим всех вам Новым годом. Ура, ура. Все, ребята, желаем вам счастья в Новом году. Если у кого такие скричеры, ух ты! Приходите к нам в гости и воевайте со мной. Поиграем, да. Все, всем пока-пока. Смотрите, Маша.